Господин, я слыхала, что люди взбираются на гору Дзюгаку, чтобы найти способ поджигать клинки, как это делают монголы. Горящий клинок. В такой холод он бы мне пригодился. Почему люди думают, что искать нужно на горе Дзюгаку? Из-за музыканта. Раз люди готовы замерзнуть на той горе, значит, песня вышла убедительной. Надо бы и мне послушать эту песню. Музыкант сидел у подножия горы, только вряд ли он задержится надолго. Если господин Симура враждует с племянником, надежды нет. Четыре воина противостояли живым и мертвым, духом, привязанным к этому миру и принужденным. Не можешь разжечь? Ох, господин, никак. Дерево сырое, а у меня так замерзли руки. Дай попробую. В жизни так не мерз. Зря ты бродишь по морозу. Да и вы, господин. Ну, раз уж мы здесь, давайте погреемся у огня, а я расскажу историю этой горы. Давным-давно на вершину горы Дзюгаку с неба пал огонь. Одинокий воин отважился подняться на гору и нашел огромный камень, объятый пламенем. Воин коснулся пламени своим мечом. Огненные языки окутали сталь, но не обожгли воина. Так появилось новое искусство боя – путь огня. Воин увез осколки камня на запад, в Китай, надеясь понять тайну этого чуда в беседах с мудрецами и монахами. Долгие месяцы он странствовал в поисках истины, но вот на землю снова упал огонь. Воин отвел к нему людей и показал, что бояться нечего, ибо он верил, что путь огня – это дар небес, и был рад разделить его секреты с теми, кто желал учиться. Искусство пути огня передавалось из поколения в поколение и возвратилось на Цусиму. Монголы обратили его против нашего народа. Говорят, что пламя еще горит на вершине Дзюгаку, ожидая того, кто осмелится взойти на гору. И ты решил узнать, правдив ли рассказ? Пойдешь наверх? Нет, но недавно эту историю услышал от меня один ронин. Вот он решил подняться. Боюсь, холод его одолеет. Я узнаю тайну этой горы.
холоднее. Нужно скорее согреться. Больше не могу, слишком холодно. Согреться. Надо развести костер. Холодно. Нужно согреться. Больше не могу, слишком холодно. Стало холоднее. Нужно согреться. Больше не могу, слишком холодно.
развести костер. Слишком холодно. Мне не справиться. Господин, отдохните у костра. Спасибо. У тебя все хорошо? Моя гордость страдает больше, чем тело. Это жестокая гора. Что ты надеялся найти на вершине? Ответы. Силу. Что-нибудь. К примеру, пылающий меч бы сейчас пригодился. Да, пожалуй. Уверен, вы сумеете одолеть эту гору. Удачи вам, господин. Холодно. Нужно согреться. Надо развести костер. Холодно. Нужно согреться. Больше не могу, слишком холодно. Стало холоднее. Нужно скорее согреться. Надо развести костер. Еще один костер. Тепло греет сердце. А тут почерк другой. Сколько людей пыталось достичь вершины?
стало холоднее. Нужно скорее согреться. Больше не могу, слишком холодно. Это моя последняя надежда. Ну, давай же. Так-то лучше. Холодно. Нужно скорее согреться. Надо развести костер. Кто-то построил здесь додзё. Приветствую тебя, путник. Я Бет Томару. Я Дзин Сакай. Не ожидал увидеть здесь живого человека. А я не ожидал, что кто-то одолеет подъем. Вы ищете путь огня. К нам пришли захватчики с запада с огненными мечами. То есть принесли дар, который получили от моего предка. Научи меня, Бетамару. Самурай покажет монголам истинную силу пути. Возьми камень и сразись со мной в поединке. Лишь тогда ты сможешь познать путь огня. Надо сразиться с Бетамару, чтобы у него научиться. Путь огня не прощает ошибки. А теперь ты. Ударь мечом по своему камню. Еще раз. Позволь пути огня вести себя. Наш бой окончен, Дзин Сакай. Хорошо. Путь огня не предназначен для дружеских состязаний. Я применю его против врагов Цусимы. Ты познал путь огня. Но никогда не забывай, что это дар небес, Дзин Сакай.
Что-нибудь еще, Дзин Сакай? Господин, вы вернулись? Дорога была тяжела, но я узнал секреты пути огня. Путь огня непредсказуем, господин. Будьте осторожны, не обожгитесь. Этот огонь поглотит лишь монголов.